Цивилизация. Может быть, буфет, еда, поспим на скамьях, а утром двинем на восток. А? Как вы полагаете? Что вы молчите, как женихи? Знаете, Бендер, я не поеду. Вы не бежите, но я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать, мы там все пропадем. Я остаюсь. Я тоже хотел вам сказать. Ну и как хотите. И что это за поезд? Литерный, особого назначения. Задержан на 2 минуты. Разъезд пропуска не дает. Отправляется на торжественную смычку восточного Мексикана. Я еду. Как еду, не знаю, но еду. Ходить со мной, последний раз спрашиваю. Не поеду, не могу больше. Ну а что вы делать-то будете? А что мне делать? Пойду в дети лейтенанта Шмидта. И все. Анчелопу думаю собрать. Пойду к ней, посмотрю, ремонт ей дам. Знаете, что такое курица? Это дивная жирная птица. Курица. Ко-к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 о
Thank you.
курица? Куда делась моя курица? Ведь кроме нас в купе никого нет. Спите. Ну-ну. Скажите, дорогой, это не вы съели мою курицу? Ведь правильно? Ведь верно? Да, я ее съел. Вот спасибо. А то я не знал, что с ней делать. Жалко, курица могла испортиться. Ведь верно? Ну, разумеется. Я даже рад, что оказал вам эту маленькую услугу. А вы от какой газеты? Вы ведь не в Москве сели? А вы, вот я вижу, фотограф. Знаете, я знал одного провинциального фотографа, который даже консервы открывал в прекрасном свете, потому что боялся, что иначе они испортятся. Помните, у нас в самом начале один отстал? Теперь догнал нас на аэроплане. Журналист из провинции. Курицу Гаргантюа съел. Молодец, парень. Вот меня, как сиониста, в СССР больше всего интересует еврейский вопрос. У нас такого вопроса уже нет. Как же может не быть еврейского вопроса? Нету. Не существует. А евреи в России есть? Есть. А значит, есть и вопрос? Нет. Евреи есть, а вопроса нет. Здравствуйте. Съешьте, пожалуйста. Это яйца. Раз яйца существуют, их же должен кто-нибудь есть. Пустыня. Пустыня – это бездарно. Но она существует, и с этим приходится считаться. Тук-тук. Угощайтесь. Нет, друзья, ну что такое? Делаешь только одно одолжение, тут же вот все наваливаются. Нет. Отказывайте. Ну-ну. Послушайте, нам необходимо издать специальную поездную газету. Я уже придумал название. На всех парах. Название. Я вот видел с газетом в одной пожарной команде. Она называлась «Из огня до полымя». Вот это по существу. Вы профессионал пера. Да сознайтесь, вам просто лень писать для рупора поездной общественности. Позвольте войти наемнику капитала. Ну, как строится социализм? Генрих, напрасно вы хлопочете. Сейчас вы опять будете ругать советскую власть. Это скучно и неинтересно. И потом, мы это можем услышать от любой старушки из очереди. Совсем не то. Я хочу рассказать библейскую историю про Адама и Еву. Вы позволите? Послушайте, Генрих, а почему вы так хорошо говорите по-русски? Научился в Одессе, когда в 1918 году оккупировал этот чудный город с армией генерала фон Бельца. Я состоял тогда в чине лейтенанта. Вы, наверное, слышали про фон Бельца? Не только слышали, но и видели. Ваш фон Бельц лежал в своем золотом кабинете во дворце командующего Одесским военным округом с простреленной головой. Он застрелился, когда узнал, что в вашем отечестве произошла революция. Генерал был верен присяге. А вы почему не застрелились, Генрих? Как там у вас вышло с присягой? Ну что, будете слушать библейскую историю?
Был, господа, в Москве молодой человек. Комсомолец. Звали его Ада. И была в том же городе молодая девушка, комсомолка Ева. И вот эти люди отправились однажды погулять. Московский рай. Парк культуры и отдыха. Не знаю, о чем они там беседовали. У нас обычно молодые люди беседуют о любви. Но ваши Адам и Ева были марксисты. И, возможно, они говорили о мировой революции. Ну и что? А то в какой-то момент молодые люди отвлеклись от высокой политики. И Адам увидел, что перед ним стоит нежная Ева. А Ева заметила, что перед ней стоит мужественный Адам. И молодые люди полюбили друг друга. Через 3 года у них уже было 2 сына. Ну и что? А то! Одного сына зовут Каин, а другого Авель. И что через известный срок Каин убьет Авеля, Авраам родит Исаака, Исаак родит Иакова, и никакой марксизм этому помешать не сможет. Все повторяется. Будет и потоп, будет и Ной с 3 сыновьями, и Хам обидит Ноя, будет и Вавилонская башня, которая никогда не достроится, господа. Ничего нового на свете не произойдет. Так что вы напрасно кипятитесь насчет новой жизни. Аминь. Падаете? Ну-ну. Разве это падение? Видели бы вы, как я падал со спирального спуска в парке культуры и отдыха? Минуточку. Присматривайте, а то потом опять будет сенсация в американской прессе. Отважная корреспондентка в лапах обезумевшего верблюда. Так, ребятишки, теперь давайте к ней белый парк, и чтоб, ну знаете, машинист в окошке, и чтоб выглядывал и руку козырьком держал. Здравствуйте, вглядывается вдаль, понятно? Давайте, давайте, пошустрее! Странный случай. Оказывается, я снимал эту проклятую арку на пустую кассету, так что
Ничего не вышло. Не вышло? Ну-ну. Ты подумаешь, пустое дело. Ну, попросить машиниста, он даст задний ход. Да, черта с два теперь снимешь, у меня вышел почти весь магний. А то, конечно, пришлось бы вернуться. Ну что, голубчики, шампанское-то ведете? Сколько бутылок? Есть что-нибудь из деликатесов? И зачем вам нужны эти сведения? Эти сведения мне нужны за тем, что я сегодня вечером собираюсь дать банкет своим собратьям по Перу. Не беспокойтесь, будет сделано, что возможно, в самом лучшем виде, согласно законам гостеприимства. Высокие гости. Можно как-нибудь победнее все сделать по посольству. Ну, верьте слову, каких людей кормил? Принца Вюртембергского кормил. Да мне и денег платить не нужно. Как же мне напоследок жизни людей не покормить? Вот покормлю и умру. Отойди, Мамай! Ты не видишь, что делается!
Господи! Суппикан перестоит. Мы должны оправдать оказанное нам высокое доверие. Мы обязуемся высоко держать трудовое красное знамя. И да здравствует мировая революция! И еще, я хотел сказать, что шпалы поступали с браком. Ура, товарищи! Давай, проглядимся, объединенный, весь мир голодных и рабов. И пит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, но мы ничем останемся. Это есть наш последний и решительный бой. Попрошу гостей извинения. Еще 5 минуточек и будем обедать. Но лично у меня к вам просьба. Ничего на столе не трогать до обеда. Чтобы все было, как полагается. Спускайтесь, Александр Иванович. Глоток холодного нарзана. Не хотите? Ну-ну. Где ж суп, папаша? Александр Иванович! Александр! Слушайте, себя не жалейте, так меня хотя бы пожалейте. Я есть хочу. Я ведь все равно никуда не уйду. Может, вы хотите, чтобы я вам пропел серенаду Шуберта легкой с тобой? Ты приди, друг мой. Я могу. Лопайте. Ну-ну. Слово для приветственного тоста представляется нашему новому сотруднику, инженеру Толмудовскому. Дамы-герои, привет нам, строителям магистрали. Но каковы условия нашей работы, граждане? Скажу, например, об окладе жалования. Не спорю, оклад на магистрали лучше, чем в других местах. Кто это такой? Вы его знаете? Я первый раз видел. Но вот культурные удобства. Театра нет. Пустыня. Канализации никакой. Нет. Я так работать не могу! Не могу! Минуточку! Товарищ Толмудовский! Товарищ Толмудовский! А подъемные? Что? Подъемные назад? А, только судом! Только судом! Надрезите! Я еду! Только суду! Барбары! Чудили руку к дверям собачил! Он тут полуща кормил! Пинцовики у девушки кормил! Вот сейчас приеду и умру! Сильный скажет на 84 часа! Вот ты! Волк лысый! Некому будет сильный!
вас треугольная шляпа. А где же серый походный пиджак? Вы не поверите, как я скучал без вас. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Может, почеломкаемся? Или пойдем прямо в закрома, где вы держите свои тугрики? Ладно. Пойдемте. Пойдемте, Александр Иванович. Только на этот раз без шалопайства. Впрочем, шансов у вас никаких. За холмами залегли мои молодцы. Эй, там, наш Хуня. Какое счастье, что вы не курите. Попросить папироску такого скряги, как вы, было бы просто мучительно. Вы бы никогда не протянули портсигар. Боясь, что у вас вместо одной папироски возьмут сразу несколько. Вы бы долго копались в кармане, с трудом пытаясь открыть коробку, и потом достали бы оттуда согнутую маленькую жалкую папироску. Не, вы не хороший человек. Ну что вам стоит вытащить весь чемодан? Ну, вот я и говорю, вы не хороший человек. И других вы судите по себе. Хотите, я скажу, что вы сейчас думаете? Вы думаете, ах, как плохо, плохо и страшно. Вдруг он сейчас меня зарежет и заберет все деньги. Очень даже просто. Разрежет меня на части и отправит малой скоростью в разные города. А голову заквасит в почке с капустой. Эх вы, корейка. Эх, станция Хацапетовка, гражданин, вылезайте, приехали. Слушайте, а может, это вы меня решили того, это малой скорости в разные города? Гражданин Корейко, если вы решили меня зарезать, то знайте, я против. И потом меня уже не раз убивали, и был такой вздорный старик. А ведь из хорошей семьи, предводитель дворянства, он же регистратор ЗАГСа, Киса Воробьянинов. Мы с ним на паях искали счастье на сумму 150 тысяч рублей. И вот перед самым размежеванием добытой суммы глупый предводитель полоснул меня бритвой по шее. Ох, как это было пошло, корейка. Пошло и больно. Хирурги еле спасли молодую жизнь, за что я им глубоко признателен. Вот, 99 пачек, по 10 тысяч в каждой, бумажками, по 25 червонцев. Можете не пересчитывать, у меня как в банке. А где же сотая пачка? 10 тысяч я вычел, в счет ограбления на морском берегу. Слушайте, ну это просто свинство. Деньги потрачены на вас же. Перестаньте заниматься формалистикой. Ух ты. Попрошу. А? Ну да. Конечно. Я. Так, Александр Иванович. А где доллары? Где франки? Где марки? Где рупии? Где леи? Где иены? Где это все? Где валюта-то? Дайте хоть часть валюты! Берите, берите, что есть. А то и этого скоро не будет. Валюты не держу. Вот я и миллионер. Сбылись мечты идиота. Ну, я вообще-то как-то все по-другому себе представлял. Я думал, мир переменится в эту секунду. Ничего, нет. Решительно ничего не произошло. Подзащитный, а знаете, что сказал Амундсен своим товарищам, когда они в своем дирижабле Норге наконец-то пролетели через Северный полюс? Он им сказал без воодушевления, ну вот мы и прилетели. А внизу был битый лед, трещины, холод и пустота. Тайна раскрыта. Цель достигнута, делать больше нечего. Надо менять профессию. Ничего, 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 ничего. Впереди нас ждут слава, почет и уважение. Пойдемте, Александр Иванович, я угощаю. Банкет в вагоне-ресторане. Клёцки из дичи, фриканда с шампиньонами, старая венгерская, новая венгерская, а? Фриканда, фриканда, а потом посадят. Нет уж, я не хочу себя афишировать. Бросьте отшельничество, Александр Иванович. Пойдёмте со мной, я вам устрою райский ужин на белой скатерти.
Поехали, Александр Иванович. А то вы так будете сидеть на своем чемодане. В один погожий день явится к вам Кослява и косой по шее, а? Представляете аттракцион? Так что спешите. Котлеты еще на столе. Может, в самом деле проветриться? Прокатиться в центр? Только без шика, без этого гусарства. Какое ж тут гусарство? Александр Иванович, просто два врача-общественника едут в Москву, чтобы посетить художественный театр. И собственными глазами увидеть мумию в музее изящных искусств. История озера Итиколь. Старый карапакак Ухум Пухеев рассказал мне эту историю, доверенную тайных веков. 2000-335 лун назад старый молодая жена полюбила молодого красавца Айбулака. Было велико горе хана, когда он узнал о измене своей жены. Так, 12 лун возносил он молитвы, а потом запечатал красавицу в бочку, привязал к этой бочке кусок чистого золота весом 7 жасасин, это 18 кило, и опустил эту бочку в озеро. С тех пор озеро стало называться Итиколь, что в переводе означает «сердце красавиц, склонно к измене». Ян Камейкин, самарский поршень. Но это же безобразие! Это же пошлость! Мы же договорились не писать пошлости! Договаривались? Ну-ну. Минуту, Александр Иванович. Сейчас я вас устрою. Конечно, возмутительно. Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Скамейкин, Итиколь, переводится как «сердце красавицы склонно к измене». И перемене? Ойли, не наврал ли вам липовый караколпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом? Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики. А по-моему, в этом нет ничего страшного. Если Итиколь существует, то должен же кто-нибудь о нем писать. Ну, если спор закончен... Слезайте. Пришел хозяин. Товарищ, это мое место. Я Ян Скамейкин. Послушайте, Ян Скамейкин, не пробуждайте вы мне зверя. Уходите отсюда. Это еще что за новости? Вы кто такой? Не ваше собачье дело. Сказано слезать, значит слезайте. Вот здесь еще всякие пьяные, да, хули? Помогите! Вот ему я покажу плацкарту! Плацкарты! Вот, пожалуйста, вот мой билет! Вот моя плацкарта! Все видели? Я показал! Теперь пусть он покажет! А я не покажусь принца! А у меня такие принципы! Не пок... Заяц! Я вас предупреждаю! Здесь ехал! Заяц! Где заяц? Вот он! Наш банкет уехал без нас. Клёцкие из дичи, нежные фриканды и шампанское покинули станцию «Горячий ключ». Но я этого так не оставлю. Бросить в пустыне корреспондента советской прессы. Я подниму на ноги всю общественность. Слушайте, Корейка, мы выезжаем первым же курьерским поездом. Закупим все места в международном вагоне. Да что вы. Отсюда никакие поезда не ходят. Какой там курьерский? По плану эксплуатации начнется только через 2 месяца. За холмом стоит самолет, уйдет только на рассвете. Мы успеем. 2 билета в первом классе. Пассажиров не берем, это специальный рейс. Я покупаю самолет, заверните в бумажку. С дороги. В каком смысле? Так, товарищ, я буду жаловаться. Как ваша фамилия? Транспорт отбился от рук.
С железной дорогой мы поругались, воздушные пути для нас закрыты. 400 километров пешком не воодушевляет. Остается одно – принять ислам и передвигаться на верблюдах. Эй, шейх Корейка! Александр Ибн Иванович! Ну? Прекрасна ли жизнь? Прекрасно. С этой минуты прошу называть меня полковником Лоуренсом. Или нет, я эмир Динамит. Если через два дня мы не получим приличной пищи, я взбунтую какие-нибудь племена. Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну джихад. Например, Дании. Но зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При нынешней политической ситуации даже Лига наций удовлетворится этим поводом к войне. Ей-богу, куплю англичан винтовок на миллион. Они любят продавать огнестрельное оружие племенам. И марш-марш в Данию. Германия пропустит в счет репарации. Представляете себе вторжение племен в Копенгаген? Впереди всех я на белом верблюде. Паниковского нет. Ему бы датского гуся. В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы зачем-то росли. Еще немного терпения, Ибн Корейка, и мы приедем в городок, не уступающий Багдаду. Плоские кровли, сладкие вина, легендарные девицы и 40 000 вертелов с шашлыками карскими, турецкими, татарскими, месопотамскими и одесскими. И, наконец, железная дорога. Хочется верить. Я считаю первейшей своей обязанностью познакомить вас с волшебным погребком. Он называется «Под луной». Я тут был лет 5 тому назад, читал лекции о борьбе с абортами. Какой погребок, Корейка! Заходим сюда на весь день. Могу же быть у врача общественник своей миниатюрной слабости. Я угощаю! Золотой теленок отвечает за все! Ничего. Я этот город знаю как свои 5 пальцев. Есть еще одно местечко. Держит один из боков. Пойдем? По крайней мере, там прохладно. И потом посещение музея входит в программу путешествующих врачей и общественников.
Ваше впечатление, товарищи? Ничего себе. Вопросы? Пожалуйста. Я как заведующий отвечу. Скажите, ну вы же хорошо знаете город. Не могли бы вы нам указать некоторые достопримечательности? Я знал ваш город раньше, но он как-то переменился. Переменился? Да, переменился. Да что вы. Это мягко сказано. Он расцвел. Что здесь будет через год? Асфальт, автобус, институт по ирригации, тропический институт. Ну, если Ташкент и на этот раз не даст научной силы. А вы знаете, у них столько костей мамонтов, а они мне прислали один зуб. В то время как в нашей республике такая тяга к естествознанию. Вот как. И вы знаете, я подозреваю, что это не зуб мамонта. Они подсунули слоновый. А вот это вот, вот такие, ну, кабачки в азиатском роде с такими стимпанами, флейтами. Изжили. Изжили. Давно уже надо было истребить эту заразу, рассадник эпидемии. Весной последний вертеп придушили. Назывался «Под луной». Придушили? Но зато открыта фабрика кухни, механическое хлебопечение, тарелки моются и сушатся при помощи электричества. Кривая желудочного заболевания резко пошла на снижение. А что делается-то? А как кривая проституции? Резко пошла на снижение. Ну а веселье-то? Как город веселится-то? Ну, эти тимпаны, кимвалы. Разве вы не знаете? На прошлой неделе у нас открылась городская филармония. Большой симфонический квартет имени Бебели и Паганини. Едем сейчас же. Как упустил я это из виду? Так, я тут вспомнил. Мне срочно надо по одному делу. Я провожу, товарищи. Я на вокзал. Поедем кутить в другой город? Ну что, в Ташкенте можно провести весело дня три. Нет уж, с меня хватит. Пойду на вокзал, сдам чемодан на хранение, буду служить здесь где-нибудь в конторчиках, подожду капитализма. Тогда и повеселюсь. Ну и ждите. А я поеду. Сегодняшний день – это досадное недоразумение. Перегибы на местах. Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть.